Тож ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». За моєю ведучою Дмитро Василець. Зі мною у студії Олександр Головатюк, головний редактор «Суспільного контролю». Вітаю вас. Добрий вечір. Та Володимир Різніченко, голова організації «Суспільний захист громадян». Доброго вечора. Здравствуйте. Найближчим часом поговоримо про таке. Підписано закон про особливий статус Донбасу. Президент пропонує не давати більше 10 тисяч гектарів землі в одні руки. Володимир Зеленський закликав скасувати соєві правки. Президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу ще на рік. Це останній етап проходження законопроекту про внесення змін до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Тож, пане Олександре, як вам здається, це позитивний сигнал, що все ж таки цей закон пролонгували ще на рік, і в нас є змога думати, що по мінським домовленостям і про домовленості в нормандському форматі Зеленський все ж таки виконає свої обіцянки, та в нас в Україні буде дуже скоро мир. Ну, щоб дати об'єктивну оцінку рішенню президента, потрібно розуміти, які мотиви їм двигали. Наскільки мені відомо, предыдущее дія закону закінчилось 31 декабря 2019 року, і либо змінення, либо пролонгування стояло на порядку денному. На мой взгляд, президент просто продлил действующий закон, так как не имеет на сегодняшний день другого. Поэтому я сейчас вряд ли смогу объективно оценить, какие будут последствия, но, скорее всего, это просто отсрочка. Дякую, пане Володимире. Як ви вважаєте, все ж таки це добрий знак? Чи могли, наприклад, заблокувати прийняття цього закону, і тоді мінські домовленості, по суті, Україна не виконала, і таким чином могли бути негативні наслідки з цього приводу? Ну, естественно, это позитивный момент. Ну, в принципе, он не был таким уж неожиданным. Если я не ошибаюсь, 12 декабря Рада уже этот закон проголосовала, там 320 человек за него проголосовала. А сейчас президент только подписал. Естественно, если бы за него Рада не проголосовала и не продлили бы такой статус, это могло привести к эскалации конфликта, что явно никому не надо. Поэтому однозначно я это расцениваю как позитивный момент. А вот как вы считаете, чи была змога, в принципе, у Зеленского підготувати вже нормальний законопроект, по якому вже можна було провести вибори на Донбасі, наприклад, цієї осені. Що заважало? На вашу думку, от, так звані націоналісти, там, інші там, політичні партії, вони мали реальну змогу заблокувати цей процес? Чи все ж таки вони більше лякали президента якимись там протестами, майданами, а реальної змоги в них там провести майдан там, чи якусь серйозну акцію протесту в них не було, бо підтримку людей в них немає? Ну, в вашому питанні вже є відповідь. Якщо б вони могли, вони б зробили, я так думаю. Тобто, якщо вони не змогли провести повноцінний майдан, да, там, зі всіма наслідками, то, значить, у них таких можливостей не було. Могли ли заблокувати в Раді? Я думаю, что могли бы. Могли и Зеленский продлить, принять закон там полноценный со всеми оговорками. Ну, то есть технически, я думаю, что это возможно. А практически слишком много сейчас, скажем так, факторов, которые влияют. Поэтому я думаю, все, что он смог сделать или посчитал нужным, это продлить на год. Угу. А в следующем году уже будет решаться, что, как быть дальше. Зрозуміло, пане Олександр, погоджуєтеся ви з Володимиром щодо, ну, була б реальна можливість у таких так званих опозиційних партій, які от намагалися зробити протести, там акції «Ні капітуляції» і так далі, але реально щось ми не бачили, якогось народної підтримки у цих акцій, і ми бачили, як вони дуже там, як швидко як з'явились, так і швидко зникли. Ну, я считаю, что это является демонстрацией силы тех оппозиционных политических партий, которые хотели показать президенту, чем чревато принятие решения, с которыми они не согласятся. На что способны националистические организации или организации, которые устраивали митинги, достаточно сложно оценить, так как вы правы, что население не поддерживает уже протестные движения и майданы, но
стало то количество людей и то качество людей, которые принимают в этом участие, оно достаточно активно. Как показывает практика, достаточно тысячи активных людей, чтобы кардинально изменить ситуацию в стране. Поэтому я подрезюмировал, что вряд ли целью было этих митингов изменить решение президента, а цель была просто продемонстрировать свою силу, причем действенную силу. Ну, тобто, якісь політичні бонуси, преференції виторгувати однозначно, у Зеленського. Однозначно. А от з вашої точки зору, от такі преференції, вони могли полягати в плані от, блокування, розслідування кримінальних справ щодо корупційних злочинів Порошенка? Вполне. Я более скажу, это, скорее всего, один из важных вопросов, которые выставляли на торг политический оппонент действующего президента. Дякую, у нас есть телефонный звонок у студии от нашего телеглядача. Витаем вас, вы в эфире. Добрый вечер, студия. Вот мы говорим о Донбассе, мне хотелось бы спросить, вот почему даже вот ваши СУЗы не сделать круглый стол, пригласить Донбасса, журналистов, политологов, наших, и поговорить, спросить, что мы хотим, что они хотят, разногласия выяснить. А то так получается, оттуда мы никого не приглашаем, получается, что каналу нельзя верить, что мы правды боимся. Так что ли вроде получается? Добре, пане Володимиру, от як ви можете відповісти на питання нашого телеглядача, чи от реально чому така ситуація, що от забороняють журналістам і політикам, в принципі, з двох сторін налагоджувати цей зв'язок і таким чином сприяти мирному врегулюванню конфлікту? Тут треба розуміти, хто це може запрещати. Тобто, по суті, просто у нинішньої влади немає, как я понимаю, политической воли это делать. Кто может президенту запретить это делать? Ну, формально. Было бы желание, как бы, организовать это все можно. Причем, я думаю, достаточно быстро. И найдутся и с той стороны, скажем так, люди, которые там не сильно, как бы правильнее сказать, там себя дискредитировавшие, которые готовы ехать и общаться на диалог, налаживать мосты. 90% – это политическая воля руководства. Добре, пане Олександре, як ви вважаєте, в чому перепона? Можливо, з тієї сторони не бажають цього процесу, але я чомусь в це не вірю. Ну, диалог однозначно нужен. Еще ни один конфликт в истории не решался силой, ну, по крайней мере, окончательно. Диалог нужен, но на сегодняшний день нет единой позиции. Так как представители непризнанных республик на сегодняшний день являются подконтрольны соседнему государству, скорее всего, их позиция будет диктоваться или будет продиктована, соответственно, нашим соседам, поэтому объективности в диалоге не будет. Но если использовать эту риторику, то это фактически замороженный конфликт и усугубление ситуации. Поэтому мое мнение, диалог нужен, диалог возможен, но пока Украина на сегодняшний день, к сожалению, не может принимать самостоятельные решения, мы вынуждены согласовывать свою позицию, наш действующий президент, как с позицией Российской Федерации, Европейского Союза и Соединенными Штатами. Скорее всего, ответ там и кроется. Скорее всего, на этом уровне просто нет желания договариваться. Дякую, йдемо далі до інших тем. Володимир Зеленський пропонує обмежити надання землі в одні руки до 10 тисяч гектарів. Гарант наголосив, що, цитую, мораторій можна буде зняти тільки після ухвалення і підписання закону, а потім потрібно ще працювати з реєстрами, щоб все було чисто. І ринок може запрацювати тільки через рік восени. Тому що має бути довга підготовка до продажу землі. Кінець цитати. Пане Володимир, як ви можете прокоментувати цю новину від Зеленського, від нашого президента? І що саме спонукало його, щоб він саме отак висловився і все ж таки зменшив цю квоту з 200 тисяч гектарів до 10 тисяч? Начну з кінця. Скажімо так, якщо б в законі прописано, що якщо не приймають закон о землі, то мораторий продлевается автоматически. Я там формулировку точно не помню, но то есть это не его заслуга, что там продлят мораторий. То есть закон не приняли, мораторий продлился. То есть это первое. Второе, мне кажется, изначально, это как говорится, сделай человеку плохо, а потом верни как было, и он будет доволен. То есть изначально выносили завышенные 200 тысяч, чтобы потом это было предметом торга. 50 тысяч, там, 20 тысяч, 10 тысяч.
Я считаю, что это все равно много. 10 тысяч гектар наши фермеры, ну, даже если там по 2 тысячи долларов, это огромная сумма, которую большинство наших фермеров не смогут выложить, чтобы купить землю для того, чтобы ее обрабатывать. Поэтому тут надо ограничивать еще в разы меньше. Ну, то есть это как бы хорошо, что уменьшили, но я считаю, это полумеры, которые изначально были заложены теми, кто это все режиссирует. Добре, дякую, пане Олександре. Як ви вважаєте, чому от Зеленський вирішив понизити кількість землі, яку можна буде продасти в одні руки? Тобто, що саме стало причиною? Ну, повторюсь, поддержу Владимира в позиції того, що, скоріше всього, ізначально цифра завишалась, чтобы во время переговоров или дискуссий, либо споров был шаг для маневра. То бишь, мы согласны, сокращаем в два раза, 10 тысяч. Но чтобы дать ответ, насколько это правильное решение, нужно понять, а способен ли наш фермер обработать такое количество земли, способен ли наш фермер заимствовать такие средства для выкупа такого количества земли. И тогда будет очевиден ответ, что 10 тысяч гектар объективно смогут выкупить только крупные компании, агрохолдинги, не факт, что они будут еще и украинскими. Поэтому ответ очевиден, это достаточно много в одни руки такое количество земли передавать. Ну, а от чи не здається вам, що в українських, от навіщо продавати в принципі землю, якщо у українських фермерів потрібно буде українським фермерам брати кредит, щоб викупити цю землю? Ну, тобто це якийсь нонсенс. Ще й державі потрібно буде десь шукати гроші, щоб надати цим фермерам, щоб вони купили цю землю, яку зараз вони обробляють. Ну, тобто якийсь нісенітниця. Не вважаєте ви, що закон про землю, він спрямований саме на те, щоб купили землю іноземні компанії, в яких є гроші, які вже тут працюють, в яких земля, в принципі, знаходиться зараз в оренді, дуже багато землі в оренді, і зараз вони її обробляють, і вони просто хочуть мати право власності для того, щоб у них не було, щоб у держави не було змоги якимось чином завадити їм просто заробляти в Україні. Я абсолютно согласен з вашою позицією. Добавлю то, що на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, у українців є право отримання бесплатной земли. В этом вопросе я не глубоко осведомлен, но действительно коллизия достаточно интересная. Выходит, что имеет право гражданин Украины получить на безоплатной основе землю. Здесь же принимается закон, который обязывает ее выкупить. Ну, то бишь, здесь государство, как по мне, выполняет функцию уже, налоговую функцию, изымает средства у населения. Что касается, какие цели преследуют этим законом, ну, однозначно, де-факто на сегодняшний день практически все земли, которые есть в Украине, они либо поделены, либо уже обозначены, кто как их обрабатывает и зарабатывает на них. Этот закон нужен просто для того, чтобы юридически узаконить то, что по факту сейчас уже происходит. Поэтому, повторюсь, я согласен с вашей позицией, с вашим утверждением. Дякую. И у нас есть телефонный звонок от нашего телеглядача. Витаем вас, вы в эфире. Добрый вечер. Доброго вечера. На митингу под Верховною Радою люди тримали плакат «Земля належить українському народу». И, згідно Конституції, земля також належить народу. Але по факту на сьогодні земля належить державі. Україна за 28 років вийшла на перше місце по корупції. І ця зараз земля належить корупціонерам. І ці корупціонери нахапали землі і тепер народу не хочуть віддати цю землю. Дякую вам. Дякую, пане Володимире. Як ви можете прокоментувати таку заяву нашого телеглядача? Можливо, ситуація не така очевидна та чорно-біла. Можливо, все ж таки, що є держава, а є зараз українська земля, яка знаходиться в оренді, і яку зараз хочуть продати. От поясніть, будь ласка, для того, щоб нашим телеглядачам було зрозуміло, що насправді відбувається, чи просто корупціонери хочуть заробити ще більше на українській землі, чи все ж таки закордонні агрохолдинги хочуть мати право власності на нашу українську землю? Я думаю, що і перше, і друге.
как бы да, человек, звонивший несколько так в черно-белом, все это Тони преподнес, упрощенно, но на самом деле рынка земли нету, но, как мне известно, целые схемы были раньше просто с гражданами Украины, сейчас уже с участниками АТО, когда просто людям дают 1000 гривен там, или даже меньше раньше давали, и устраивают карусели, они свое право там продают на те же 2 гектара сельхозземли. То есть это коррупционная составляющая, которая ну, в нашей стране, к сожалению, очень сильно развита. Но основной бенефициар всего этого все-таки, скорее всего, иностранные агрохолдинги, которые имеют доступ к дешевым, большим дешевым деньгам, которые готовы сюда зайти, как только рынок откроется. А коррупция – это одна из, скажем так, для них, коррупция – это как инструмент, с помощью которого можно скупить всю землю. Ну, то есть с помощью коррупции, по сути, сейчас продавливается этот закон. То есть по-нормальному он не преследует интересов государства и граждан Украины. Он преследует интересы обогащения местных решал и обогащения тех, кто хочет зайти и скупить всю землю. То есть я это вижу вот так. Добрый день. У нас есть еще один телефонный звонок у студии. Витаем вас, вы в эфире. Доброго вечера. Доброго. Полтава, Юрко Долина. У меня такое запитание, почему Зеленский не идет на то, чтобы так, как в Польше, выдавать только по 500 гектарів, а не по 10 тысяч? Наче він нам одолження робить. І друге питання. От у Нестора Шуфрича і у Юлії Тимошенко дуже багато землі, на яких стоять їхні нафтогазові свердловини. Тому, очевидно, вона так і виступає проти ринку землі. У мене питання, чи буде вона з такою енергією виступати за те, щоб перейняти досвід Арабських Еміратів? І щоб кожному українцю видали карточку, на яку перераховувались би гроші за нафту, газ, бурштин, деревину і так далі. Щиро дякую вам за відповідь. Дякую, пане Олександре. Як ви можете відповісти? Ну, перше питання, я так розумію, ми вже відповіли. По другому питанню дуже важко дати відповідь, бо це відносно депутата Тимошенко. Якщо вона вважає це доцільним на сьогодні виступати проти мораторію, ну, зняття мораторію, то, можливо, вона переслідує якісь свої інтереси, можливо, навіть фінансові. Наскільки мені відомо, вона була першою, хто на посаді прем'єр-міністра піднімав це питання про зняття мораторію. Угу. Тому її позиція, якщо вона на протязі 10 років змінюється кардинально, то, мабуть, це пов'язано з якимись неочевидними речами, те, що ми не бачимо. Угу. Дякую. Кожен громадянин, до речі, України має право безоплатно отримати 2 гектари землі. Це прописано у 121 статті Земельного кодексу України. Але чи просто це зробити? Активісти суспільного контролю провели опитування у Верховній Раді. І давайте подивимось, що відповіли голови фракції та народні депутати. Как вы считаете, граждане Украины, возможно ли реализовать свое право на получение 6 участков земли, прописанных в 121 статье Земельного кодекса Украины? Насколько это возможно практически на сегодня? Ну, вы же знаете, что практично это абсолютно невозможно. Что влада створила такие условия, когда Конституция в принципе не выполняется, а по земле особо. И сейчас, если они до конца проведут всю великую авантюру, яка пов'язана з розпродажем сільськогосподарської землі, то тоді, в принципі, через 5, максимум 10 років в Україні не буде жодного права землі. А нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Телефон ви бачите на своїх екранах. Дзвінки безкоштовні. Також суспільний контроль вийшов і на вулиці українських міст, аби запитати, чи знають громадяни про своє право на безоплатне отримання землі. Серед людей більшість взагалі не чула про це. І лише двоє відповіли, що знають свої права. Давайте подивимось фрагмент опитування. Скажите, знаете ли вы о том, что на сегодняшний день по закону вы имеете право на получение 6 земельных участков разного целевого назначения на безоплатной основе? Согласно действующей 121 статьи Земельного кодекса Украины. Это новый, знаете, типа, вот, который приняли? Нет, он действует, насколько я знаю, с 96 года. А, ну у меня там
Зятек получил бумажку о том, что ему положено под Киевом 6 соток. Он их получил? Нет. Как таковых? Как вы считаете, на сегодняшний день вам лично возможно ли получить, на практике реализовать это право? Нет. Считаете, нет? Пробовал ли кто помимо вашего зятя подобную процедуру? Здравствуйте. Можно коротенький вопрос? Суспильный контроль. Скажите, пожалуйста, в курсе вы ли о том, что на сегодняшний день у вас есть право получить 6 земельных участков? В курсе. Так. Как вы считаете, на практике возможно ли реализовать это право вам и нам? Я думаю, что в сельской местности это можливо. Можливо. Так, в селе есть еще земли, которые можно еще раздать. Отож, дуже цікава ситуація. В принципі, дуже мало громадян України розуміють, що згідно закону їм, у них є право на те, щоб отримати 2 і трохи більше гектара землі. І от, пане Володимире, я знаю, що у вас є певні ініціативи з цього приводу. Розкажіть про них більш детально. Ну, это вот, по сути, одна из причин была, по которой мы против продажи земли, вот этого, да, снятия моратория с рынка земли. Потому что большинство людей, государство не прилагало никаких усилий, чтобы это донести до людей. То есть у нас 80% не знает об этом, а из тех 20, что знают, наверное, 90% даже этим не занималось. Ну, помимо того, о чем я упоминал ранее. Зараз мы понимаем, что дуже мало наших телеглядачів розуміє, що в них є право, я так розумію, звернутися до адміністрації. Тобто, яка сама процедура, яке право є? Оце більш детально, щоб наших глядачів було зрозуміло. Согласно 121 статті земельного кодекса, любой гражданин України може получить для сільхозхозяйства до 2 гектарів землі. Для строительства жилого, в зависимости от того, ну, в городе 10 соток, если это ПГТ 15 соток, если это село, то 25 соток под строительство. Также под садивництво до 12 соток, под дачу до 10 соток и под гараж 1 сотка. Это безкоштовно? Да, то есть вы передаете, ну, скажем так, какой порядок действий. Мы сейчас сами это все будем проходить и снимать онлайн, чтобы людям такой проводить ликбез. На собственном примере. То есть первый шаг надо найти в земельном кадастре. Он есть в открытом доступе. То есть вы смотрите, вот есть определенный, интересует вас район. Кстати, землю можно получать не обязательно по месту прописки. Я могу быть прописан там в Винницкой области, а искать в Харьковской, в Закарпатской, то есть в Киевской. Но, естественно, чем крупнее город, тем дороже земля, тем меньше шансов там что-то получить. То есть сейчас, скажем так, в селах, особенно в отдаленных, это более реально, чем, ну, в Киеве, скажем так, даже атошники не могут этого сделать. Ее просто нет свободной. На самом деле нет. А в других местах, вот открываете кадастр и видите, да, там есть вот земля там, в государственной собственности, в коммунальной собственности. И зависит от того, какой она собственности, вы начинаете писать заявление. Если это в государственной, то в органах государственной власти, да, там, если это в коммунальной собственности, то... Ну, тут-то заяву, прошу выдать мне... Ну, она, да, есть, опять-таки, так? В интернете эти все формы, и подаете заяву, в течение месяца вам должны ответить, что земля есть или земли нет. Если земля есть, то дальше, ну, что маловероятно, что даже если она есть, что чиновники будут говорить, что да, она есть, потому что они, опять-таки, могут чудесно ее приватизировать у своих близких, дальних родственников и кумовей у себя же там в том же селе. Скажем так, 2 гектара никому не помешает. Если она есть, тогда земли устроительные берется организация, и она проводит уже непосредственно на месте замеры, и двигаемся тогда дальше уже к получению кадастрового номера земли. Ну, это я очень упрощенно говорю, то есть, чтобы не вдаваться. Сколько вот по часу займает приблизно вся процедура теоретично? Ответ должны дать. Вот мы сейчас хотим сами, мы как бы об этом мы знали давно. Я когда-то еще использовал в 2008 получение дачного участка, приватизировал. То есть я на дачу я использовал такое право еще в 2008 году. То есть я в курсе, как бы. Ну, реально в течение месяца должны дать ответ. Если ответ не дали, то можно, если не дали отрицательный ответ, можно вообще начинать по закону действовать так, как я говорил, вызывать землевпорядные организации людей, и они приступают к обмерам. Но,
Как правило, дают ответ отрицательный, тогда надо уже добиваться, допустим, если я уверен, что земля здесь ничейная, а мне говорят, что она там занята, то есть я могу обращаться в суд и через суд добиваться того, чтобы мне ее все-таки дали. Сколько уже по времени будет идти суд, или сколько получать после работы, после того, как участок обмеряют документы, ну тут уже плюс-минус несколько месяцев, может быть, там до полугода, может, до года. А ответ должны дать в течение месяца по закону. Вот первое, после заявы должен прийти ответ в течение месяца. А це можливо зробити без юриста самому? Ну, как правило, люди у нас всего боятся сами делать. Я сталкивался с тем, что я права получал сам, там, разрешение на оружие сам, и все время слышу, да нет, да ты что, права ты сам не сдашь, что не сдашь. Но большинство людей у нас привыкли кому-то дать какую-то, да, там, взятку, чтобы им это сделали. Точно так же оно и здесь. Все как бы не хотят разбираться, им проще взять адвоката, заплатить ему какую-то сумму, чтобы он этим занимался. Ну, на самом деле, мы еще этот этап не прошли, мы только начали. Но то, что мы увидели, там нет ничего такого архисложного. Плюс, как бы мы будем делать как? Мы будем отправлять сразу в несколько мест. То есть никто не ограничивает, там одно отправил и сиди ждешь. Ну, тобто на сайте вашей организации там будут и заявы, будет які можно просто скопировать, заповнить имя, фамилию. Да. Там. И таким чином, тобто там расписано детально самий шлях. Алгоритм действий будет, да. Алгоритм действий мы будем выкладывать. И плюс, соответственно, когда будут возникать какие-то трудности, подводные камни, мы будем их все освещать. И как по мере их преодоления будем указывать, как это все происходило. Ну, вплоть до того, что будем ездить на места и снимать это все на камеру. То есть. Дякую. У нас есть телефонный звонок у студии от нашего телеглядача. Вітаємо вас, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Ты пан Левада Лубный. Так все ж таки от до питання щодо корисних копалин. Чи народ України заслуговує на те, щоб як в Арабських Еміратах все це зробили? Чи все-таки українська біомаса навіть не достойна відповіді на це питання з боку політологів і гостів вашої студії? Ану, відповідьте мені, будь ласка. Ще раз. Давайте я отвечу, я так понимаю, это касалось меня. Я не понимаю, да, позиции нашего слушателя. Поясню. Да, на сегодняшний день, чтобы реализовать инициативы, которые показали положительный результат в таких странах, как Арабские Эмираты, нужно тогда пройти путь Арабских Эмиратов. Нужно понимать, как формировалось общество, как формировались ее лидеры, с какими трудностями они столкнулись, какие решения они принимали, какие решения были правильные, какие были неправильные. Для того, чтобы принять или быстро реализовать такой сценарий на территории Украины, с гражданами Украины, с которыми не работало ни правительство, которое, к сожалению, на сегодняшний день не сформировало лидеров, которые могут задаться такой целью, как лидеры, к примеру, Арабских Эмиратов, то эта задача практически невыполнима. Что касательно формулировки уважаемого слушателя нашего, то ну, биомасса это достаточно грубо. Это очень грубо с его стороны. Нас просто не готовят к этому. Нам не разъясняют наши возможности, нам не показывают лучшие практики. Мы, соответственно, не можем даже требовать, не понимая чего. Поэтому ответ на сегодняшний день, к сожалению, реализовать там, в кратчайшие сроки подобную программу невозможно, так как будут выявлены частые случаи манипуляции, той же коррупции. Будут люди, которых уже давно, к сожалению, нет живых, но они будут получать компенсации. Ну, таких примеров будет уйма. Не хочу на них акцентировать внимание. А вот то, что необходимо работать с обществом, нужно его просвещать, повторюсь, да, показывать лучшие практики, которые необходимо начинать с себя. Нужно... А вот, пане Володимире, вы погоджуєтеся с паном Александром, что-то я, вот, в принципе, не понимаю. Вот, в принципе, можно сделать там картку, рахунок, на яку буде йти там дохід з там землі, з корисних копалин, з інших моментів. Тобто, чому в принципі цього не зробити? Я розумію, що в принципі ну, теоретично закордонні корпорації можуть з цього втратити. Можуть втратити чиновники, бо тоді податки вони не будуть права їх якось розподіляти в повному обсязі, а будуть розподіляти тільки частину, а частина буде йти напряму людям. Чи не вважаєте ви, що в принципі в Україні це можливо навіть без цього етапу, за який говорить пан Олександр, щодо роз'яснювання населення там своїх прав? У нас в Конституції прописано, що всі недра, багатства принадлежать народу України. Все остальное де-факто, де-юре сделать технически, как это сделать, это уже политическая воля руководства. Если сейчас руководство страны это захочет сделать, я думаю, что в течение
там 3-4 месяцев это разработают и сделают, если захотят. Но опять-таки все. Дякую. А от пане Олександре, от все ж таки, чи не вважаєте ви, що ну теоретично, мабуть, це можливо, але може є ще якісь фактори, які Зеленському просто не дозволяють це зробити? Є, наприклад, закордонні партнери, є, наприклад, добрі дядьки з МВФ, які інколи виставляють такі вимоги, що волосся випадає. Ну, тобто, є дуже багато причин, чому цього не роблять. І не вважаєте ви, що, в принципі, нам, як суспільству, потрібно гуртуватись і об'єднуватись для того, щоб у Зеленського просто не було можливості слухати якісь впливи закордонно, а більше зважати на вплив саме в Україні, з народу? Ну, в вашем вопросе частично есть ответ, да, и я так понимаю, частичный ответ, да, намек даже на мой ответ уважаемому слушателю. Для того, чтобы объединяться, нужно понимать, как объединяться, для чего и какие цели выставлять. Если объединяться, по примеру того, что мы вчера видели под Верховной Радой, то, скорее всего, так объединяться не стоит. Вот такими объединениями мы как раз покажем нашим друзьям с Европейского Союза, Соединенных Штатов, что нами можно управлять, нам можно вот такие законы продавливать. Поэтому, повторюсь, реализовать этот проект на практике, на законодательном уровне, возможно, даже меньше, чем за месяц. Принимается закон, ну, там юридические определенные процедуры, он применяется. Нанимается штат определенных сотрудников, либо чиновников, которые его реализуют. Вопрос второй. Принесет ли это тот результат, о котором говорит наш слушатель. Я акцентировал внимание конкретно на том, что на практике, к сожалению, не подготовив наше население к таким вот инициативам, к сожалению, такие инициативы приведут ну, к более негативным результатам, чем позитивным. Тому пример приватизация наших предприятий. В 91 году я, к сожалению, был тогда еще ребенком, да, но по воспоминаниям родителей помню, что примерно такая же работа была, о том, что нужно передать, все передавалось достаточно в таком авральном режиме, привело к тому, что на сегодняшний день у нас 4 фамилии держат практически все энергогенерирующие, либо же добывающие, либо перерабатывающие предприятия. Народ Украины не стал собственником предприятий. Я вот хочу, чтобы мы учились на своих ошибках, поэтому мой ответ базировался конкретно на этих исторических примерах. Можно дополнить? Так. По поводу дядьки с МВФ. Мы, по сути, ну не мы, скажем так, а 73% проголосовало за Зеленского в имидже Голобородько. А именно Голобородько посылал на 3 буквы миссию МВФ. То есть это, в принципе, я думаю, если сейчас провести референдум, и, ну, я думаю, 73, а то и больше процента проголосуют за то, чтобы от МВФ и от других таких вот финансовых удавок избавляться. И ну, я лично, допустим, не верю в то, что наша страна может работать сама в плюс без кредитов, что мы, как нищедранцы, постоянно должны там что-то перекредитовываться, у кого-то брать деньги. Вопрос в том, что мешает Зеленскому и его команде это сделать? Ну, не знаю, может быть, мы чего-то не знаем, может, это банальный страх, что если ты так не сделаешь, да, там может что-то случиться, авиакатастрофа или еще что-то. А у меня еще такое питание, тобто, пан Олександр же сказал, что, мабуть, не варто об'єднуватися с маргинальными и радикализованными партіями, групами і таке інше. Ну, я був вчора на цьому мітингу, і я бачив, що саме більшість реально це були аграрії, представники профспілок. Ще було дуже багато ще людей, які, в принципі, проти продажу землі. Але якщо ми подивимось на кількість прапорів від політичних партій, то ми зрозуміємо, що політичні партії цілеспрямовано просто проплачували людей, щоб вони тупо стояли з прапорами. І таким чином була картинка, що начебто вони це все організували. Але це не так. Тобто ми бачимо, що хочуть маргіналізувати процес, і таким чином провокатори реально кидають каміння в поліцію, вчиняють бійки, але більшість то реально не може ніяким чином вигнати політичні партії та цих провокаторів. І така дивна ситуація, коли створюється така картинка, щоб у нормальних людей не було змоги приєднатися до цього протесту. Не здається вам, що все ж таки тут дуже йде така
тонка гра, щоб щоб процес якимось чином звести на нівець і не дати нормальним людям все ж таки його підтримати. Маргіналізувати, ви хотіли сказати, ні? Я думаю, що ця гра не тонка, а дуже товста. Це ж все видно невооруженим взглядом. Ті ж політичні партії преслідують свої політичні інтереси, на цьому попіаряться. Да? Там БЮТа, ПЗЖ, вони там хочуть на цьому зараз заробити якісь, підняти свій рейтинг. Що стосується Нацкорпуса, який непосредственно вчора участвував в стичках, я думаю, там, ну, опять-таки, у нас вчора, нам удалось вчора у Белецкого інтерв'ю взяти, він достатньо грамотно, адекватно все розказав. Ну, опять-таки, то есть, да. Але чомусь Нацкорпуса одно почав ініціювати... Нацкорпус почав нести палатки, ну, як я це бачу, можу ошибатися. Нацкорпус нес палатки, заведомо розуміє, що палатки не пустять. Ну, тим більше, що ми розуміємо, ну, грубо говоря, да, там, хто підконтролен плюс-мінус, да, там, Нацкорпус і поліція, то есть, як це було срежисировано. Образувалась потасовка з применением газа, перша, да, потім потянули Нацгвардію, там, потянули поліцію, другий акт. Палатки дали встановити, потім їх снесли. То есть, если бы не хотели дать установить, не дали бы сразу. Ну, то есть, дали как бы этой всей разыграться сцене. Что мы имеем в остатке? Нацкорпус, если бы Нацкорпус там остался стоять, скажем так, вот, заночевал 2-3 дня, пока вот мораторий, там, ну не мораторий, пока поправки не внесут или вообще закон не отменят, то это был бы респект и уважуха. А так они кипиша наделали. Со стороны все телеканалы снимали именно кипиш, потому что, ну, кому интересно эти бедные аграрии, которые стоят там со своим плакатом там Винницкой области или там Одесской области. Кипиш сняли, и тут получается, что, а, ну, вот смотрите, какие вот сторонники отмена закона, так они же агрессивные какие-то, неадекваты, кидаются на полицию. То есть у людей все равно, у большинства людей ну, неприятие насилия идет, это вызывает антипатию. Ну и, соответственно, таким образом этот весь процесс маргинализируется или маргинализуется, ведь, и... как бы, ну, и не идет, скажем так, на благо украинскому народу. И, то есть, таким образом отменить закон вряд ли получится, а вот дискредитировать это протестное движение получается достаточно хорошо. Дякую, пане Олександре, а як ви вважаєте, чи не є все-таки, що на меті у влади саме дискримінація, верніше не дискримінація, а така дестабілізація, в принципі, цього протестного руху та отака маргіналізація цього процесу є основною метою, яку переслідують політичні партії, які вчора якраз влаштовували провокацію та начебто виступали проти відкриття ринку землі. Ну, не хочу повторити, але прийдеться. Да, я согласен з цим утвердженням. Скоріше всього, цілі дві. Первое, показать в глазах общества, что та активная часть населения, которая выступает на сегодняшний день против снятия моратория, является на самом деле проверенными провокаторами. Потому что методы, которые вчера мы видели на практике используются, они ну, не являются действенными. И второе, это скорее всего остановить от решительных действий колебающихся. Те, которые внутренне понимают, что что-то происходит не так и нужно что-то предпринимать. И чтобы его остановить и не выйти на улицу, вот, вот такие картинки и нужны. Поэтому да, это все сценарий, который нужен для того, чтобы дискредитировать действующую модель действия оппозиционных партий и не допустить его расширения. А что вы могли бы порекомендовать нашим телеглядачам для того, чтобы не сприймати вот такие... намагання різних політичних партій та політиків от, в принципі маргіналізувати цей процес? Так як у нас практично всі околополітичні события відбуваються в Києві, тому якщо ми говоримо о київлянах, то просто поприсутствовать, посмотреть, что действительно там происходит. Да, это происходит в рабочее время, в рабочие дни, достаточно проблематично присутствовать там, приехать туда. Но все же картинка совсем иная, которая есть по факту, и то, что мы видим в СМИ. Так как СМИ, я думаю, для вас не секрет, это, как правило, подконтрольны определенным сферам влияния. И каждая из сторон будет показывать под тем углом, под которым нужно показать. Что касательно граждан Украины, ну, я, может, банально скажу, но все-таки думать головой своей. Все, что вам говорят, как правило, хотят навязать свое мнение. Объективно позиция должна быть единой, а то, что есть какие-то временные отклонения, я бы их так назвал деликатно, это всего лишь временные отклонения. Дякую. У нас есть телефонный звонок у студии нашего телеглядача. Вітаємо вас в эфире.
Алло, доброго дня. Доброго дня. Це Трубий 2 з Вінницької області, Чернівецький район. Ми по поводу получення 2 гектара землі. У нас виходить ситуація така, що до об'єднання з сільських радів було, якби, на засідання депутатів сільської ради було підтвердження, де підтвердили на надання 2 гектара землі. А після об'єднання, виходить, голова, якби, другої сільської ради запретила, ну, видавати показземлю, і коли звертаюся до неї, вона: ми все будемо чекати, чекати. І ми вже чекаємо, можна сказати, пущий рік. І так нічого. Де це? Можна десь звернутися чи до поліції, чи ви можете допомогти з цим питанням, бо нас годують як не місяць, то дві неділі, то вже кінець року, і все. І виходить, в нас по території нашої сільської ради можна взяти не тільки по 2 гектара, а й більше землі. А факт в тому, що її просто не дають. Дякую, зрозуміло, пане Володимире, як ви можете відповісти? Ні, законних, скажімо так, відмов там бути не може, якщо земля є, це вже, скажімо так, хотілки чиновників, то, що вони не дають. Я так розумію, суд? Там землю вже відвели, але після переформатування ОТГ, так. Земля-то нікуди ж не ділася, і претендентів більше не стало. В суд треба йти, тобто я би посоветував об'єднитися, да, там, скільки чоловік, 20 хоче, там, 15-10, нанять адвоката, и чтобы он подавал коллективно от вас, от всех там заявление, чтобы это все через суд. И когда суд уже вынесет свой вердикт, а он, скорее всего, будет положительный для вас, тогда уже как бы с этим вердиктом начинают по новой наседать на ваших чиновников, которые вам отказали. Ну, тобто ваші... це проблема, в принципі, на місцевому рівні, да, саме да, да. Я так розумію, що в їх випадку це проблема, ну, воно сплошь рядом, що люди просто, людей, відписки пишуть їм, що от воно, нету землі. А чому чиновники, в принципі, так не хочуть, щоб люди отримали землю? Ну, я думаю, тут кожен раз індивідуально, може, десь зверху якусь спускають. Во-вторых, от я себе там, можу представити, смоделювати ситуацію, сидить чиновник, да, там, глава там, сільради або ОТГ, у него, он знает, есть там 2000 гектар свободной земли. По 200 гектар, о, по 200, по 2 гектара на человека. То есть он, я думаю, вполне со своего ближайшего окружения, даже без подставных там людей каких-то, может на кума, брата, свата, родственников, троюродного внука пооформлять это все по тихой воде. Если завтра все селяне узнают и побегут приватизировать, ну как бы ему это не особо, я так понимаю, лично ему корыстного интереса с этого нет. Как бы... Я думаю, це чисто такий фактор. Зрозуміло. Пане Олександре, а як от висвітлювати цю ситуацію, що ви саме в цьому напрямку робите? І яким чином от ви сприяєте, в принципі, і ваша організація, ваша діяльність, саме проблемам, за яку говорить пан Володимир? Тобто, що в цьому напрямку ви робите? Очень уместный вопрос. Хотел бы, так, отойду от вопроса, выразить благодарность нашему слушателю, который, как по мне, сделал два правильных решения. Первое, они реализуют свое право, то бишь на практике подают заявки и контролируют этот процесс. Второе, они выводят этот вопрос в публичное поле, то бишь столкнувшись с проблемой, они не закрываются, они выходят в эфиры. И я так понимаю, наверное, это не первый эфир и не последний. Поэтому в этом направлении я бы и предлагал дальше двигаться всем заинтересованным людям. Что касается второго моего предложения, да, на сегодняшний день наше издательство после обращения к этой инициативе группе, в том числе с успешным захистом громадян, будем освещать весь процесс. Сейчас в открытом доступе достаточно много информации о том, как получить, как реализовать свое право. Много юристов дают свои рекомендации, но, к сожалению, они либо же достаточно сложным языком озвучены, либо сложно для понимания, либо же страшно, такое слово употреблю, страшно озвучено, что достаточно много процедур, которые не каждый сможет пройти или же не захочет пройти. Мы на своем примере хотим показать простым людям, как простые люди, без подключения, как бы так сказать, коррупционных инструментов,
официально будет проходить этот весь путь. Мы уже на начальном этапе понимаем, что основной наш путь будет идти по судебным инстанциям, так как мы получим отказ. Но, повторюсь, это из практики, которую мы смотрели или которую мы анализировали. Посмотрим, как будет на деле. Возможно, действительно не так страшен черт, как его рисуют. Может, мы действительно получим. Поэтому на ваш вопрос, как действовать гражданам, я уверен, что достаточно на сегодняшний день и в Киеве, и в регионах независимых издательств, независимых журналистов, блогеров. Сейчас это стало проще. Да, по сути, каждый гражданин может вести журналистскую деятельность. Было бы желание, законом жестко не регламентировано, какие требования выдвигаются. Поэтому они могут как отстаивать права, руководствуясь рекомендациями юриста, так и уже руководствуясь личными посылами и мотивами, освещать это и выводить все в публичное поле. Угу. А от як вам здається, чи не є основною причиною блокування цих всіх процесів наша судова система? Тому що ми знаємо, що зараз пройшла так звана судова реформа, і кількість суддів максимально зменшилася. Тобто реально просто дочекатись, коли справу поставлять на розгляд, ну, може пройти і рік, і півтора року, і два роки, а засідання все і не відбудеться. Тобто я просто розумію, от, наприклад, на своєму випадку, коли просто на 6 місяців переносять засідання, і вже так тричі в принципі переносили, і... Ну і ще навіть справи не почали розглядати. А якщо там якісь серйозні питання, це потрібно там не одне засідання, а декілька засідань, і це може просто розтягнутися цей процес там на десятиліття. Ну, в бюрократичній машині це побочні ефекти, від них не уйти. Я только могу сказать, что это плохо, да, но не могу сказать, что давайте тогда прекратим деятельность. Да? Скорее всего, так придется получать землю. Возможно, 3 года, возможно, 5, возможно, 10. Дякую. У нас є дзвінок від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Да, добрий вечір. Доброго вечора. Наскільки я запитую, у вас там сидять з організації захисників громадянських, ну, громадян. Це Іван Діброва з Гуляйполя. У мене таке питання до них. От на вашу думку, чому я повинен узнавати від перших дозвонювачів, що можна проти системи Арабських Еміратів. А від вас я нічого не чую. Можливо, вам треба помінятися і дозвонювати. Можливо, ви не виконуєте ту функцію, що... Зрозуміло, пане Володимире. Тобто, бачите, дуже багато людей... Я так розумію, що дуже багато людей не розуміє, які в них є права. І... В принципі, що можна зробити для того, щоб поліпшити економічну, соціальну, політичну ситуацію в країні і чому це все не роблять. І, в принципі, я так розумію, що є певна категорія людей, яка вже досить негативно налаштована, в принципі, до експертів, політологів, громадських діячів, такі інші. Як ви можете охарактеризувати цю ситуацію? Просто декілька слів. Ну, я часто сталкивался с людьми, которые, скажем так, вообще ничего не понимают, но мнят себя экспертами. Есть же такая, да, поговорка, что умный человек всегда сомневается, а дурак, ну, это не относится к нашему звонившему, а дурак себя считает правым всегда. Ну, то есть, как бы, это сложный момент. К сожалению, ответить по существу не могу. Я не понял, кроме того, что человек с Гуляйполя, с родины Нестора Ивановича, что он хотел, кого куда поменять и... Добре, пане Олександре, все ж таки перейдемо до теми ринку землі. От на вашу думку, що завадить закордонному агрохолдингу чи там корпорації скупити апріорі всю українську землю? У них є безліч грошей для цього. І от, а яким чином нашому фермеру захиститися від цього? Тобто ми ж розуміємо, що, наприклад, гектар там $1000, $2000, хай $3000. Закордонний агрохолдинг може їх купити і по 10, і по 100. Ну, вони в змозі це зробити. Ціна вторична в цьому випадку була б можливість. Так, якщо є право власності, якщо це право власності буде захищатися на міжнародному рівні, щоб, тобто, щоб держава Україна ніяким чином не змогла блокувати ці процеси, що... При прийнятті цього закону буде оцею перепоною. Ну, якщо вважати, що ми живемо в правовому полі, то у нас путь єдин. Да, це відстоювання своїх інтересів,
при помощи судей. Да? Как показывает практика и ваш пример, это практически невыполнимый или нереализуемый путь. За эти 10 лет возможно действительно продать трижды ту землю, перепродать. Поэтому путь реальный – это объединение граждан, потому что без единства мы не сможем отстоять никакой позиции. Только объединение, повторюсь, не такого формата, как это мы видели вчера. Второе – это просвещение. Да, государство, на мой взгляд, я утверждаю, не выполняет свою функцию в этом направлении. Она не формирует и не воспитывает гражданское общество как таковое. И я так понял вопрос у нашего глядача, и, возможно, наболело, что он о многом узнает с экранов телевизора. Он этого не знает. Да, к сожалению, на сегодняшний день это, возможно, нужно делать своими руками, ногами, глазами. Покупать литературу, изучать, обращаться к открытым источникам на сегодняшний день – это возможно, обращаться к экспертам, которые готовы предоставлять правовую помощь. И вернусь к вашему вопросу. Если мы сами начнем на сегодняшний день правильно формировать свою позицию, правильно понимать, как ее отстаивать, и это делать сообща, ну, так, знаете, оставляю надежду, что это возможно реализовать в такой среднесрочной перспективе. На сегодняшний день, если власть примет этот закон, мы ничего не сможем сделать. Ну, это факты. То, что вслух не хочется говорить, и, ну, я должен это констатировать. Мы не готовы противостоять той махине, которая на сегодняшний день реализует свои задачи. Ну, тобто, в принципі, єдина перепона, яка наразі є, це заборона на право власності на землю. Тобто, це єдине, що заважає закордонним агрохолдингам скупити всю Україну. Фактично, вони вже скупили її. Дякую, пане Володимире, як ви можете доповнити? Во-первых, там же сейчас, я не знаю, правки вносили, убирали. Изначально в первом чтении в законопроекте разрешалось покупати юридическим лицам. А засновники юрлиц это могут быть иностранные граждане. То есть, этот, во-первых, этот проект надо убрать. Во-вторых, двойное гражданство, я считаю, должно быть уголовно наказуемым. То есть, чтобы не получилось, что люди с украинским паспортом, имея там еще какую-то, точно так же выкупают там, по 200 тысяч гектаров, а потом раз, он там гражданин какого-то сопредельного или не. А яка різниця, если, в принципе, вот, чи напрямую агрохолдинг купує через юридичное лице, там свої там 10-200 там тисяч гектарів, чи через посередника громадянина України, який просто працює по суті на агрохолдинг, і на ньому просто ці юридично числяться ці гектари і все. Ну, яка різниця? Ну, різниця, во-первых, юридична. Не кожен, скажімо так, агрохолдинг готов буде влаживати десятки, сотні мільйонів доларів, не закріпляючись тут юридично. То есть, когда да, заходит какая-то компания, и она... Нет, агрохолдинг собственно... будет разуметь, что вот у него есть 100 співробітників, у каждого співробітника по там, 10 тысяч гектаров. Вот он там скупил десь декілька мільйонів цих гектарів, и с каждым співробітником юридично будет складений договор, что если он десь... хоче його звільнять, він повинен бути, повернути все, що дала йому умовно компанія, да і все. І просто цю розписку ну, публічно я... ніде не світити, але це ж буде факт. Ну, це ж не юридичний документ буде, це буде негласна договоренность. Можливо, нотаріально це можна оформити. Ну, тобто, можливості для сірих схем у цьому ну, досить. Є, тобто согласен, зараз теж агрохолдинги за кордоні, зараз не можна от, купити землю, але є там якісь сірі договори, оренди, є якісь пайові ці махінації. Тобто, ну і зараз, в принципі, нічого не заважає по такій схемі працювати. А що заважає? Вони ж почему-то хочуть зайти по-білому. Вони ж не хочуть працювати по-старому. Вони хочуть зайти, щоб отримати 200 тисяч, завести свої фірми зі своїми брендами. Вони ж, це їм гаразд упростить задачу. Я согласен, що лучше зараз взагалі закон этот то есть не принимать, не открывать рынок. Но если даже идет к тому, что надо в любом случае да, там, открывать, ну, скажем так, то убирать юрлица, ограничивать не до 10 тысяч гектаров, а ну, я не знаю, ну, 10-20 гектаров. У меня нет статистики, сколько... Ну, чтобы не выгодно было эту схему. Сколько среднестатистический фермер да, у нас по Украине обрабатывает земли. Я, ну, мне тяжело сказать. У меня один знакомый там обрабатывал сколько-то сотен, другой там десяток. То есть, если 20 гектаров в руки, это было бы плюс-минус нормально. Они могут выкупить тогда. Дякую. Идем далее до інших тем.
Президент Володимир Зеленський пообіцяв сільгоспвиробникам скасувати так звані соєві правки. Про це Гарант повідомив під час зустрічі з фермерами на Київщині. Аграрії наголосили, що внаслідок правок депутата Віталія Хомутинника про скасування відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку малі та середні сільгоспвиробники втратили можливість експортувати цю продукцію і мати бюджетне відшкодування ПДВ. Відтоді змушені збувати продукцію переробникам на невигідних умовах. Ми з вами зустрічалися декілька разів. Так. Ви нам рисували, малювали схеми, як підтримувати вітчизняного фермера. Так. А про ці правки нічого не говорили, нічого не казали. Про сові правки, воно вже було в роботі. Ми розраховували, що воно буде реалізовано. Ну, тоді зверніться до Арахамі, зберіть, будь ласка, там наших ключових замов голови фракції. Зверніться, скажіть терміново, щоб вони подивилися і відмінили ці продукти. Проаналізували всі продуктові правки, які треба відмінити. Відмінили ці сові правки. Так. Добре. Можна це зробити? Так. Ну, тобто, у нас декілька хвилин до кінця ефіру. Пане Олександре, коротко, як ви можете прокоментувати ці такі ініціативи, в принципі, це свої правки? Сложно комментировать вопросы, в которых не являюсь экспертом, поэтому просто скажу мнение обывателя. Для того, чтобы принимать такие законопроекты, в которых вовлечено достаточно широкие слои населения, причем активное население фермеров, то перед тем, как выносить его на голосование, нужно было бы спросить их мнение. И вот такие узкопрофильные, специализированные проблемы или сложности, которые могут возникнуть при принятии закона в тотале или не вникая в детали, могут привести не только к соевой проблеме, ну в кавычках назову. Я думаю, при принятии его мы услышим еще о десятках подобных. И этот закон может превратиться просто в вакханалию, который мы будем несколько лет вот такими репортажами, эмоциональными там, заявлениями президента или митингами под Верховной Радой закрывать. Дякую, пан Володимир. Короткая реплика, 30 секунд. Я тоже не эксперт в этом вопросе, но по сути все законотворческая деятельность парламента подразумевает защиту собственных производителей. Если, допустим, этот закон нарушает права наших производителей в ущерб каким-то там другим, да, то есть иностранным, то, естественно, этот закон не нужно было принимать. Дякую. Я нашим гостям. Зі мною у студії були Олександр Головатюк, головний редактор Суспільного контролю, та Володимир Резніченко, голова організації «Суспільний захист громадян». Це була програма «Prime Analytica». Тож нагадую глядачам, що усі наші програми ви можете подивитись на сайті телеканалу tvkrt.com.ua та долучайтесь до нас у Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. Залишайтесь на КРТ. Попереду ще багато цікавого.